Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем зарабатывать репутацию Марадоне в английской лиге. У нас 10 очков, мы играем за Шеффилд на 11 месте. Сейчас у нас будет выездной матч против Лестер Сити, или просто Лестер. По настрою вполне терпимо, только левый защитник немножко дерьмовый. А против меня самое главное будет играть великий легендарный Варди, которому в данный момент даже уже достаточно много лет. Считается уже возрастным нападающим, но при этом он достаточно результативный в реальной жизни. И, по-моему, даже был лучшим бомбардиром. Могу ошибаться, но в каком-то сезоне недавно это было так. Давайте приведем немножко в порядок наш состав и постараемся все-таки оказать сопротивление. Что ж, Лестер в синей форме, мы в своей традиционной бело-красненькой. Один центральный нападающий в схеме против меня. С этой схемой, на удивление, справляюсь достаточно просто. Больше всего проблем приносят три нападающих. Центральный и два фланговых. Не буду ставить персональные опеки, не нужно. Открываются зоны, не хочу. Вот, собственно, и Варди. Что ж, свисток дан. Поехали. Мы весьма неплохо начали после Кубка Англии. Мы одержали тоже победу над Уотфордом. Поэтому игроки заряжены. Вопрос, заряжен ли тренер. Ой-ой-ой, да-да-да. Очень сильно сбил, не спорю. И сразу горчишник против Варди. Ну там да, там прям подножка его вон аж скосила. Иган получает предупреждение на второй минуте. Ты смотри, какой рикошет был. Вратарь даже не дернулся, даже не подпрыгнул. Хотя противный. Противный срез был. Было бы обидно, если бы мяч заскочил. И первый угловой у Лестера. Хорошо. Хорошо сыграл вратарь. Я уже честно подумал, что он опять не выставит руки и просто простоит в этой точке. Потому что было уже пару моментов таких, когда вратарь ни хера не делал. Выбегал и ни хера не делал. Так. Линдстрам. Побежал, побежал. Он у меня как раз против Уотфорда очень хороший мяч забил. Девяточку за пределов штрафной. And here's all Brighton. Madison. Ну вот к штрафной пока не получается подойти у Лестера. Сейчас, видать, с фланга будут пробовать навешивать. В отличие против некоторых игр, таких как Арсенал, Манчестер, пока нету вот забросов таких прямо явных. Нет явных забросов на нападающих. Потому что Манчестер прямо очень сильно закидывал. Арсенал тоже, ну, меньше. А вот Манчестер меня прямо зашвырял. Так, на фланг пошли. Ай, неудачно. Плохо. Плохо распасовались. Ой-ой-ой, по флангу. А вот и Варди. Вот про что я говорил. Если сделать персональную опеку, вот такие зоны будут появляться, потому что защитник будет за ним постоянно бегать, а он будет смещаться везде. И в итоге на ударной позиции будет выходить не нападающий, а полузащитник. То есть тут надо делать персональную опеку чуть ли не у половины команды. And here's Vardy.
Ох, какой пас прошел. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня там 4 защитника в одном месте собралось. Просто жесть. Ну-ну-ну-ну-ну. Повезло. Меня простили. Мне кажется, вратарь там не вытаскивал. Как обработал. Как обработал мяч и пробил. А может и вытаскивал. Но удар был хороший. Так, ну что, получится атака, нет? Давит, давит меня. Но получилось прорваться. А, точно в руки вратарю. Ух, как забросил Варди. Туда, подальше, на лысого. На бородатого. Может, что-то да и сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вот и Варди проявил себя во всей красе. Хороший удар совершил. Вот он обраточку получает и прямо края вратарской, с края, точнее штрафной. Точные передачи 94. 94, охренеть можно. Куда такая точность запредельная? Ух. Опасно пробили, но там хорошо корпус поставили. Прямо оттеснили, не дали пройти. Вот здесь вот сейчас. Оп. Ну видно, конечно, там метра полтора, наверное, до ворот. То есть сильно не точно. По владению я проигрываю. По владению все как запланировано. Гости ведут. О, не гости ведут, а хозяева. Ой, как хорошо. Ну, пробежал МакГолдрик уже. Если бы он был на позиции, возможно, получился бы удар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сука, зажали в коробочке и отобрали мячик. Все равно на фланг смещаются, все хотят по флангу сделать. 20-я минута матча у нас уже подошла. Быстрого мяча не было, никто не забил. Лысый! Слабо и не точно. Мячик закрутился даже в другую сторону. Не в ворота, а от ворот. О, на воротах Шмейхель. А я даже и не знал, что он в Лестере играет. Ох, как лысый мячик оставил. Ты посмотри, а? Ты посмотри, что творит. Но не успевает. Был бы этому сет, я думаю, там бы можно было потягаться, побороться. Но лысый проиграл рывок и не достал до мяча. Ой, как вдвоем. Хорошо задавили соперника. Подкат не получился, конечно, там против меня. Тихо. Там Варди забег совершал. Я думал, сейчас на него пас пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой, никто не встретил. С подборами везет, но подборе. Смотри, что делают. Подбор не так хорошо получается. Ай-яй-яй. Стивенс — это крайний защитник, левый защитник, получил горчишник. Чаще всего все подборы уходят за спину. Ну вот здесь получился удар плотненький.
Так, два защитника на горчишниках. Хороший навес. И туда, на трибуны. Хороший удар. О, какой пяс. Какой пас пяточкой. Неплохо для таких-то футболистов пяточкой сыграть. Мэдисон. Чилвелл. Ой, напряжение, хорошо, там столкнулись. Ну-ка, Мусет. Мусет, 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 давай, дерись, отвоевывай. Ну, ну, ах, нет. Ну, ну, блин. Как-то неудачно мяч там оказался в полупозиции. В итоге персонаж просто не реагировал на то, что должен был делать. Неточные пасы. Куча рикошетов. Но мяч остается у меня. Не спешит Лестер. Не оказывают сильного прессинга. Даже Варди вернулся на свою половину поля для обороны. Самое главное — контроль. Да ёлы-палы. Как они переводят быстро все мячи на фланге. Это ужас. А мои игроки куда-то все собрались в одну кучу и все. Ой-ой-ой, как хорошо. Плохо. Как Варди корпус ставит, ух. Ну, шанс для лысого. Ну, ну! Гол! Гол, гол, гол! Хорошо, там прямо как-то вот защитник то ли просрался. И лысый воспользовался шансом и ударил четко мимо вратаря в дальний угол. Пас от Мусета прям великолепный был. Вот он прокинул. Защитник на месте, и все. И всего делов. Вот так вот открывается счет в матче на 36-й минуте. МакГолдрик. Ой-ой-ой, почти перехватили. Запинали, запинали игрока. Ну он сам, мне кажется, вообще воткнулся. Не столько нарушения, сколько самовтыкания. Ох. Варди, ты что делаешь? В своем возрасте так прыгать? Ты, ёб мать, спину сломаешь, блядь. Больше не будешь играть в футбол. Не надо такое совершать. Мэдисон. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Так, опять по флангу пробует пройти. Опять на навесом хотели. Все-таки они уверены, что не сломается Варди в таком прыжке. Ой, Мусет, ой, Мусет, Мусенька, беги! Нет, лысого не пускают. Лысый — это как этот отвоеватель, удержатель. Ой-ой-ой, какой забег по флангу. Ой-ой-ой, прямо с ноги сняли. Ох, ох, как чуть-чуть не прошел МакГолдрик. Мэдисон. Оп. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, Мусет. Разгоняй атаку.
Нет, воткнулся. Воткнулся в защитника или в полузащитника, не знаю, кто там был. Ой, навес накрыли, накрыли. Вторая попытка будет. Нет, не будет. Отобрали. И в атаку побежали. Давай. 45-я минута закончилась. Одну минуту добавил арбитр. И у моего, походу, игрока травма. А они не выбивают мячик. Никакого фаерплея, мать его. Это очень плохо, если там травма. 0-1. Первый темп закончился. Мы лидируем. Статистика владения мячом меньше, 43% у нас. Два удара, зато один в створ, и он голевой. Против 8 ударов у Лестера. Ну, пасов, как всегда, больше. Второй тайм, начинаем. Вроде сообщение о травме не поступало, игрок на поле. Значит, можем продолжать игру, но это может произойти после матча. Врачи скажут, что у игрока травма, и он может выбыть на несколько недель. Самое плохое, что может быть, это у меня нету хорошего правого защитника. Что левого, что правого. И центральных я еще могу как-то заменить, но там никак. Вот опять какой-то непонятный такой глупый момент произошел. Игрок мой упал, а соперник не смог ни перепрыгнуть, ни обогнать. Просто бежал через него и все. Ну, как в текстурку вперся. Такие моменты немножко, наверное, огорчают футбол. Это, блядь, что такое сейчас было? Он как-то до полторы секунды вот так жух вокруг меня обернулся. Так, опять по флангу меня рвут. Ой, хороший отбор. Чуть-чуть мячик не удержал, но все равно аут мой. Ай-яй-яй. Ну там меня цепляли, поэтому надо было уже прощаться с мячом. Ой, какой пас на Варди. Пойдет в обыгрыш. Пойдет, но проиграет. Вот мусет на Лысенького. Лысенький на Линдстрома. Далеко мяч отпустил. Очень далеко. Мадисон. Как распасовывают на фланге, ты смотри, а? Втроем буквально мою команду развели. Но перехват хороший. Корпус. И... почти получился перехват. Аккуратненько. Ай, далеко, далеко Норвуд мяч отпустил. И что-то там к арбитру претензия. Руками машет. Не надо махать, а то горчишник выдадут. Ну, не, не получилось это брать. Мне кажется, вот это уже личное было противостояние 7-го моего номера и какой-то 18-й, по-моему, был. Варди головой пробил. Хороший удар был. Потому что там в центре постоянно мой перехватывал в 90% случаев. Я уже так вот замечаю, что там вроде одни и те же персонажи пересекаются. Варди расстроен. Мимо ворот. Точность передач, смотри, держится на уровне 90%. Это жесть просто. То есть мне отобрать мячик очень сложно у Лестера. Это стыд, конечно. И горчишник за это можно показать. Ты посмотри, он грубо сыграл же там. Там прямо колено в колено. Ну конечно, ну, вот опять что-то начинается непонятно. Опять игрок в игрока вперся. Ну что, Норвуд, твой звездный час. Далеко, но попробовать можно.
Выше ворот. Не точно. Ну, хорошо мяч так летел. Плотненько, сильно. Если бы попадал в створ, возможно, какие-то проблемы были бы. Аккуратно идем на чужую половину поля. Час игры позади. Осталась последняя треть. И меня обокрали. И вот она месть. Месть последовала незамедлительно. Ой-ой-ой. Это же Стивенс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки. А я не смотрел даже, кто это был. Зря. Ненужный подкат. Очень грубо, конечно. Вот это у меня сейчас будут иметь на фланге. Я остался в десятером. Только, казалось бы, у меня пошел контроль. Я начал выравнивать владение мячом, и у меня нету защитника. Я даже не знаю, что сейчас получится придумать. Кого взять на эту позицию. Все очень-очень плохо. Попробуем сделать опорника слева. Так сказать, подможем. Какой-то непонятный удар был, неподготовленный. Все-таки 4 защитника есть, не совсем там дыра на фланге. Будем пробовать, значит, проходить по противоположному флангу. Если там будем терять мячик, игроки будут либо переводить на тот фланг, либо будут проходить по тому флангу, где от них. Вариантов не так много. А может, на фоне моего удаления будут дыры появляться на том фланге и у команды соперника. Да что ты там увидел? Какой там фол? Ты охерел? Что там было? Там просто подошел к игроку и все. Ну что, у него ноги просто сами ломаются. Вот. Покажи ему пальчиком, судье, пригрози. Скажи, что ты творишь, мать твою. Навес, удар. Хороший, слабый удар. Семечко для вратаря. Ну, Мусет, попробуем. Ой, как на прогиб взяли. Ой-ой-ой-ой-ой. Как жестко, как грубо. Замена в Лестере. Ну вот, они загоняют мячик на тот фланг, где нету защитника. Благо там опорник помогает ребятам. Ой-ой-ой. Ну. Ах, неудачно. Серия ошибок идет. Нельзя давать подходить к штрафной. Хорошо, прервал навес. Булкой, жопой, поджопник получил. Ой-ой-ой. Вынос. Подбор за Лестером. Аккуратно. Хладнокровно. Ой как, поборись. Вот так он нахер протолкни. И плохой пас. Мусет плохую позицию занял. Ой-ой-ой. Как полузащитник ошибся. Ну-ка. Он сам упал. Посмотри, как он моего только что, блядь, поднял. Ну что это за бред? Он его как подушку подкинул просто. 72-я минута.
Ну, самое страшное еще не в этом матче, а самое страшное в дальнейшем. У меня на левого защитника тоже особо никого нет. Придется кого-то выпускать. По-моему, игра рукой была, но судья не увидел. Я даже не знаю, есть ли здесь игра рукой. В FIFA, по-моему, это реализовали. А вот в Pro Evolution как-то я это еще не замечал. Выберем сейчас чуть более пассивную тактику, уберем атакующие схемы и выставим оборонительные, уберем, наверное, активный такой вот прессинг. Ох, как меня жестко. Ну вот, они теперь потом пробуют пройти по тому флангу. Нет. Они опять перевели туда, где нет защитника. И это Варди, Варди! Нельзя давать бить Варди. Хороший удар для вратаря. Четко в руки. Позицию занял грамотно. Ой, как хорошо. Какой хороший пас. Муссет открылся. И как-то неудачно обработал. Эх. Очень плохой навес, рикошет. И в итоге мячик у соперника. Ну что ж, убрали пенсионера Варди. Мы сделаем в ответочку то же самое, поскольку опорник у нас немножко дохромает. Ну не то, что хромает, он уже устал. Там нужно освежение. 87% точность пасов. Все держится примерно на одном уровне. Ой-ой-ой-ой-ой. Как меня пробили. Ух как. Вратарь великолепен. Просто на опережение. Ой, неточный пас. Ой-ой-ой, вот это привоз. Возле своей штрафной. Хорошо. Хороший кривой навес. Так, центральный защитник у меня на горчишнике. Давай-ка на всякий случай его заменим, дабы не испытывать судьбу. И сделаем так, чтобы свеженький у нас был на левом фланге. Блэк, в принципе, способен, смотрю, тоже отыграть левого защитника. 69 навык. Чуть похуже, чем мои основные защитники. У тех в районе 75, у него 69. 12-6 по ударам. Это просто дохрена и больше. Лестер нанес. Ну, конечно, ты посмотри, как он там летел. Прямой ногой. Прямой рукой. Прямым телом. Там как нога была. Очень криво у моего футболиста закинута. 3-5 по фолам. Наверное, такой грязноватый матч. Ой, как. Ой-ой-ой. Вроде принял хорошо, но отпустил мяч. Навес пошел. Все-таки они пробуют закинуть все в тот фланг, где нету у меня защитника. Вот прямо все туда целенаправленно идет. Пасы, навесы, разрезы. Вот не хотят они по другому флангу проходить. Прям видно. Ох, почти перехват. Сейчас навес будет, нужно мешать. Что? Какой фол? Что ты там свистишь, мать твою? Какого хера? Вы, дерьмоеды. Что вы творите? Что там было? Это игровой момент уже был, это же не фол. Ох. Что делает судья? Мне не нравится. 41 оборонительный план. Будем пробовать.
Ох, Хендерсон хорошо кулаками вынес. Ему сет на подборе, между прочим. Удерживает мяч корпусом. И пытается начать атаку по флангу. Но пришлось навес делать, его там очень сильно прессовали, убежать бы вряд ли получилось. Придется Мусетам обороняться. Ну да, да ладно, опять свистнул, да чтоб тебе. Быстрый розыгрыш. И снова на тот же фланг, любимый. Вынос, вынос. Не давать бить издалека. Ой-ой-ой-ой-ой. Самое главное, что не дали навесить. Три угловых, я ни одного не подал. Основное время кончилось, 3 минуты. 3 минуты добавил арбитр, будем немножко подтягивать с помощью вратаря. Как-то совсем неудачно вынес. Я планировал забросить мяч на сторону соперника, а в итоге в середину поля, в аут. Так, господа, встречаем. Хорошо. Плохо. Почему-то вот на полную, казалось бы, нажал, а мячик не улетел. Да опять фол, что ты делаешь, судья? Ты портишь игру. Ты портишь игру. Ну не было же там ничего. Ну что это? Ну не фол это. Сейчас будет опасный штрафной, надо будет убирать вратаря вниз. Хорошо. Все удары, которые... Не все удары, все штрафные, которые возле штрафной, это 90%, что компьютер на этом уровне сложности будет бить. Поэтому вратаря нужно смещать. Так, время-то кончилось. Свести давай. Отлично. Очередная победа 0-1 на выезде. Да, игру сделал МакГолдрик, который совершил шикарный удар. Лестер проиграл. Но ребята не расстроились. Все понимают, что это всего лишь футбол. 13-7 по ударам, 3-1. Я всего один удар нанес во втором тайме. 47 владений мячом, 155 пасов против практически 300. МакГолдрик – звезда матча. Что ж, это 8-й тур. 8-й тур закончился. Мы на 9-й строчке, 13 очков на первом месте. Все тот же Манчестер, против которого нам придется играть Кубки Англии, напоминаю, и объявляется состав национальных сборных. Вот такое вот дело интересное. Следующий матч у нас уже, по-моему, там против, да, Манчестер Сити, тоже одна из красных быстрых команд. Что ж, друзья, кто любит футбол, пальцы вверх, подписывайтесь на канал. До скорой встречи, всем удачи. Пока-пока.